Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». У Арнольда Шварценеггера, знаменитого актера и политика, пятеро детей. Со всеми он поддерживает прекрасные отношения и никого не забывает поздравить с днем рождения. Подписчики часто видят его поздравительные посты в социальных сетях. Всем известно, что пятый ребенок рожден не от законной супруги Марии Шрайвер, а от домработницы, зовут которую Милдред Байена. Интересный факт. Сын прислуги и младший ребенок семейства Шварценеггера появились на свет с разницей чуть меньше недели. Кристофер – 27 сентября, а Джозеф – 2 октября. Событие случилось в 1997 году. В день рождения детей Арнольд всегда выкладывает совместное фото с ними и хвалится их достижениями. Он абсолютно одинаково относится ко всем детям и даже гордится сыном от Милдред, ведь все твердят, что он просто копия отца. Бывшая супруга Мария Шрайвер прослыла в свете красавицей и умницей, и многие в свое время даже удивлялись, почему она решила выйти замуж за Шварценеггера. Уже с 22 лет Мария работала на ТВ. К моменту знакомства с актером она значительно продвинулась в своей профессии и была очень востребована. К тому же Мария имеет родственные связи с самим экс-президентом Америки Джоном Кеннеди. Арнольд уже до встречи с Марией прославился ролью в «Терминаторе» и был успешным и богатым актером. По роду своей профессии Мария Шрайвер была знакома с высокопоставленными людьми, королями и президентами. В политике она вращалась свободно, словно рыба в воде. Возможно, эта ее востребованность и привлекла Шварценеггера. Арнольд многого добился в жизни, несмотря на то, что его родители не были состоятельными и постоянно испытывали нужду. Парень всегда мечтал о богатстве и славе и уверенно шел к своей цели. Не последнюю роль в его становлении как политика сыграла супруга. До обывателей доносили разную информацию о похождениях Шварценеггера. Одни уверяли, что жена знала о его изменах, но не хотела портить политическую карьеру мужа. Другие, что она пыталась сберечь свой брак ради 4 детей. Так или иначе, расстались они после того, как Арнольд оставил пост губернатора. Все дети поддерживают прекрасные отношения с отцом. Мария, в свою очередь, никогда не препятствует их отношениям. А как вы относитесь к Арнольду Шварценеггеру? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!